И перед чемпионатом России начал готовиться по-другому. Когда ты начал готовиться по-другому? Скажи, пожалуйста. Еще за 2 недели до чемпионата России ты готовился шаляй-валяй. У тебя вес был лишний, 4-5 килограммов. Ну все нормально я сделал. Ты сделал вес? Я сделал вес, я нормально подошел. Начал тренировать то, что я считал нужно было тренировать, чтобы выиграть чемпионат России. Что и получилось. Я поехал на чемпионат России и все 4 боя выиграл достаточно. Ладно, ты сейчас похвастаться хочешь, хотя я о другом. Но это не хвастовство, так оно есть на самом деле. Хорошо. Вот по сути, за сколько времени ты так по-серьезному начал готовиться? Без лукавства, пожалуйста. За сколько времени? За 10 дней. За 10 дней ты начал готовиться к чемпионату России. Внимательно все запоминают, за сколько надо профессиональному спортсмену врубаться в тренировочный процесс. Я врубался за 10 дней, конкретно до чемпионата мира, до чемпионата России. Так. А до этих 10 дней я вот думал, когда это все произойдет, когда я смогу получить эту зарплату, вот эту поддержку от Московской области. Когда это произошло, я сразу же выложился. Потренировался, 10 дней мне хватило, чтобы я мог выиграть чемпионат России. Боже, что было бы с соперником, если Московская область, не дай бог, заплатила бы за месяц вперед? Было бы еще лучше. Страшное дело. Сколько времени ты в общем потратил на эти бои? Ты считал? Вот сейчас, у тебя полный был, нет? Первый бой во втором раунде сняли моего соперника. Сняли. Соперник устал? Не знаю, он просто не вышел на третий раунд. Не вышел на третий раунд. 10 дней ты готовился. Хорошо. Второй бой я во втором раунде, можно сказать, нокаутировал своего соперника. В каком раунде? Во втором раунде. Во втором раунде. За 10 дней, пока больше 2 раундов не получается боксировать. Ладно, полуфинал. Ты боксировал с Чехкиевым. Соперник очень серьезный, упрямый парень, жесткий. Сколько его не бей, он стоит. И это единственный человек в мире, который, как не стыдно вспоминать, ну послал тебе нокдаун. Это не считали или считали, ты не помнишь? Считали. Тебе в Питере считали. Ты поехал в разобранном состоянии в Питер. По той причине в разобранном, что... В 2004 году. Да, ты не поехал на Олимпиаду, и вместо Олимпиады тебя отправили на такой веселый турнир, где тебе, в общем, ничего не надо было. Но я был тогда очень сильно расстроен и очень сильно... Ну, понятно, ты вышел на бой неподготовленным, и первый раз в жизни тебе начали считать, в тебя попали. Что после этого тогда произошло? Помнишь? Помню. Я помню, что я сел после 2-го раунда, и мне хотели снимать. Говорит, Рома, давай мы тебя снимем. Я говорю, нет, не снимайте меня, я его сейчас убью. Я выхожу на 3-й раунд и просто начинаю убивать его. И его снимают в 3-м раунде. И я у него выиграл достаточно. Понятно. И вот с этим Чехиевым ты сошелся в полуфинале? Ну, еще с Чехиевым встречался на... Чемпионате России в 2004 году в финале. Финале? Да. Он дошел до финала. Первый раунд у меня выиграл. 2-й раунд я уже выровнял, помню, бой. А в 3-м раунде я уже начал прибивать его, и его тоже снял. Я выиграл досрочно. Прошлый чемпионат России тоже у меня все бои досрочно были. Хорошо. И все-таки в этом бою сколько ты боксировал с Чехиевым? В этом бою 3 раунда. 2 раунда я начал его просто разбивать, а в 3-м раунде я... Это в середине 3-го раунда? Не, на секунде 20-й. Я там пробил еще пару серий. Да. И бой остановили. Четвертый бой то же самое. Четвертый бой уже парень был попроще, на мой взгляд. Хотя хороший, конечно, боксер. В финале победитель чемпионата мира. Он победитель чемпионата мира среди молодежи. Среди молодежи, да. Хороший парень. Серьезный, но он во 2-м раунде, по-моему, все закончилось для него, да? Начало 3-го раунда. Начало 3-го раунда, да. Рома, напоминаю,
готовился 10 дней по-серьезному. Разве это правильно? Ну так получилось. Нет, неправильно. Я считаю, что это неправильно. Но есть масса, много всяких причин. Много причин, которые где-то мне не давали полностью выложиться на тренировках и работать полноценно. Но я тренировался, все равно я тренировался, готовился к России. Вот этот вот финиш 10 дней до России я конкретно уже отпахал, чтобы быть готовым на Россию. Это я вес сделал 4 килограмма и был в таком хорошем состоянии. Это первый раз в жизни ты вел себя более-менее сдержанно. Ты не стремился никого убить. Растем потихоньку.